у нас осталось также по линии Дом РФ 9 домов, из которых, как ранее уже вам рассказывал, по двум домам были проблемы. Соглашение, вынесенное на наблюдательный совет, который состоится 8 июля, это на этой неделе. Жилой дом по Ильинскому проезду, это фонд жилищного строительства, и жилой дом по улице Чернышевского, дом 81-83, это рядом со стадионом «Спартак», АО «Стройинтерсервиса». Из оставшихся теперь 9 домов ситуация выглядит следующим образом. У нас 2 дома планируется на выплату компенсации. Это дом по улице Федорская, 6. Скорее всего, вопрос будет рассмотрен в течение июля. Федоровская, 1, второй дом. Пока по наблюдательному совету определенный срок назвать не смогу. Это где-то будет август, возможно, сентябрь. У нас остается еще 7 домов. По ним прорабатывается вопрос возможной достройки, выделения под это средств. Учитывая, что эти дома в высокой степени готовности, к ним будет относиться ЖСК «Согласие», СУ-164, «Жемчужина», фонд жилищного строительства, улица Политехническая. При этом из 5 секций, 2 на завершение строительства, 3 секции, возможно, выплаты. «Стройинтерсервис», Улиши, фонд жилищного строительства, Ильинский проезд. Это все дома, которые мы готовим именно к этой дате. Но еще раз подчеркиваю, что это может быть и сентябрь, и октябрь. Ну, конечно, желательно, чтобы это все было в августе.